Итак, мы в Италии, тепло, в футболках. Город Удине. Удине город. Нашли парк Fortnite, парковку. Парковка, сейчас покажу. С 8 до 20 платная. Стоит она 2 евро. Сейчас, если больше информации найду здесь. Нету. Вот, смотрите. Иду. Ага, и вон там аппарат стоит. Вот показано аппарат, билеты там надо брать. Вот, значит. 1 час 40 центов. Парковка с 8 до 8 платная, ночь бесплатная. И если на больше останавливаешься, короче, сутки 2 евро. Ночь 2 евро. Вот. Здесь есть специальный знак, где можно заправиться водой, что мы сейчас будем делать. Тимоха вон наш пошел гулять с Вероникой. Тут практически лето. Вот такой знак. Слив серой воды. Вот я сливаю воду. И просто два крана сделано. Слить воду. 2 евро парковка. То есть замечательно все. Наливай сколько хочешь. Мы сейчас начинаем заполнять баки с водой. Ну, у меня по-прежнему мой барабан. Так, что это такое? Реверб. Не знаю, не нажимается. Так. И для воды кран. Сейчас мы что-нибудь подберем. Наверное, вот этот может. Замечательно. Все очень быстро и просто. Чик. Так, надо поставить камеру. Все, система готова, все поставил, открываем. Пошла, да? Все, теперь она мне скажет, как заполнится, я выключу. Итак, мы сходили в аппарат и оплатили. Вот так все это дело выглядит. Много кнопочек там всяких было. 2 евро закинули. Я так понимаю, сегодня у нас суббота. Ну и написано там суббота-воскресенье бесплатно. Не знаю их как. Но вышло 8.16, 2.05.22. А сегодня 30 число. А, ну вот, 30.04. Из-за праздничных дней, наверное. В общем, 2 евро всего. Сейчас поставлю под лобовое стекло. И вот такая парковка. О, стал видео записывать. Тимох ко мне пришел. И цветочки у него там сзади. Тимоха, ты в цветах. В тенечек спрятался, да? Тут так жарко. Итак, что по видео? По видео у нас следующее здесь есть.
вот так называется, возле университетской больницы. Санта-Мария называется этот больница. Координаты здесь есть. На красную кнопочку. И вылез такой билетик. Шлагбаум открылся. Мы заехали на платную дорогу. Получили вот такой вот билетик. А при выходе надо будет оплатить. Здесь, в принципе, все понятно. Сейчас я покажу. Давай денежки. Так. Или банковская карточка. Да что ты меня пугаешь-то так? Вот. Сейчас билет ставим туда, туда денежки кинем. Так что, в принципе, все понятно. Интродурой билет. Ну, на тебе. Так. Вот по стрелочке. Интродурой билет. Introdurre il denaro o la tessera. Так, 10:40. Так, вот там 10:40 написано. Introdurre il denaro. Так, 11 я бросил. Вон сдачу мне дал. Arrivederci. На, держи. Дачу заберу. Получил сдачу и аривидерчи. Каналы уже много рыбацких лодочек. Вот она, итальянская архитектура. Окна, арки такие. Prosecco. Two glasses or you two want glasses. Two glasses? Perfetto. Lemon. Ah, dog cream. What's it? It's ice cream without sugar and without milk. This dog? Oh. Dog? Yes, it's for the dog. We have with meat.
or apple and banana? Banana. Apple and banana. It's apple and banana. It's together. Yes, ah, вместе. Yes, yes, yes. I bring you. Yeah. Sorry. Italiano. What is Italian? Peperoncino. Picante. 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 Good. Picante. Хочу пиканта. I work in Tallinn. Oh, yeah. Estonia, Estonia, from Estonia. Are you from Estonia? Yes. Yes. Yeah, working Italiano restaurant. Ah, Italian restaurant. Yeah. You work, you made chef, you chef. Made in chef. Yes, okay. Perfetto. Иди сюда. Покажи, Вероничка. Итак, мы Тимке взяли что? Собачье мороженое. Собачье смотри. Мороженое. В тельняшке собака. Ну-ка, Тимоха, давай зацени сидеть. Его. Можно. Потому что ему жарко. Тимоха, собачье мороженое. Крендель. Хренделя тебя, побалуем чуть-чуть, а? Он уже такое придумал. Молодцы. Вообще классно. Давай. Thank you. You're welcome. Thank you. What's happening? Ну что, будем кушать? Да. А я что-то не вижу, чтобы она острая была. Где у меня эти? Салями там, наверное, сделано. Ну, наверное. It is chili oil. Ah, yes, yes. Or pepperoni. Uh-huh. Grazie. Prego. Buon appetito. Thank you. Вот наше Лидо большое здесь. 5 звезд. Кемпинг, где мы поселились. А это кемпинг-магазин. Здесь очень большой он. Стульчики вот нам надо посмотреть. А вон для собаки, что я говорил, перевозка. Вот, может, кому интересно, 81 евро палатки. Всякие маленькие, большие. 46. Вот ищем себе покрытие перед кемпером. 3 на 5, 50, 65 евро. Цены абсолютно разные есть. Вот со скидкой есть. Размер 3 на 4, 50. 3 на 3 метра. А я не знаю, какой у нас размер нам подойдет. Надо померить. Да. Надо померить эти размеры. Летанте мизура 2,50 на 5. И отдельные есть. Аж 3 метра, это 3 метра значит этот. 3 метра и метр квадратный 29 значит. Выбрали себе два стула. Вот цены на газовые баллоны. Вполне очень как в Эстонии, я хочу сказать. Цены не завышены, не занижены. Курортная. А, вот наша гриль. Как у нас гриль такая? 106. Да. Ну, я в свое время покупал за... 75. За 75, сейчас она, конечно, подорожала, да, это ее натуральная цена. А здесь с крышкой, вот кто-то мне писал, что нет крышки, тушить когда. Здесь за 158, она с крышкой идет. $45, да, все как у нас. Цены, как у нас в Эстонии, то же самое. Все такие же.
А, ну вот кухни переносные такие, скажем так, кемпинговские кухни. Это очень удобно, на молнии закрываешь, здесь продукты сюда кладешь, и мошки никакие, здесь сеточка стоит, и ни муравьи ничего не залазят, если ты на природе. Все зависит от размера, маленькие, большие здесь, разные. 190 евро, вполне, ну для нас, для европейцев, вполне цены такие. Сюда плитку ставишь, чтобы не задувало. Здесь раковина. Вот такая вот. В общем, есть все. Коляски, все есть. Так, внутри продолжаем тут. Холодильники. Что здесь только нету? Сто два синие. Канистры. Это холодильники переносные всякие. Термосы. Душ. Канистра, во, канистра, как у меня. Я на нее обзор делал. 18.30 я, по-моему, за 7 или за 5 евро взял. Так, покажи, что мы взяли. Для телефона. Это для телефона на второй этаж. Это Вальков, полочка такая. Полочка Вальков, да. Вот цена. И вот цена. И сейчас еще купим зеркало. Вот, ребята, покажу. У нас что-то в Эстонии я не видел, искал. Может, я, конечно, плохо искал. Вот экспозиционная. Вот, пожалуйста, цены. Тут на разный размер есть. А я что-то у нас в Эстонии не видел. Ну, наверное, где-то продаются вот всякие разные тут графинчики. Крючочки. Крючки я недавно купил. Итак, мы купили вещи. Вот цена получилась 248, ну 250 евро. Thank you very much. Bye. Вот аккумулятор сел, не досняли мы. Потратили 250 евро. Ну, салфетки понятно. Салфетки понятно. Зеркало купили. Купили полочки на второй этаж Вальков для мобильного телефона. Для телефонов, и там расчески, телефоны. И 3 на 3 метра купили покрытие. Покрытие, вот как там вот, вот там покрытие, покрытие вот есть, на да. Землю. И там у них тоже вон лежит. И два стула мы купили. А, и стулья. Стулья вообще. Бомба просто. Я первая буду сидеть. Там три положения. Папа, покажи, как надо. Ручки поднимаются наверх. Чуть не упала. И вот эта штука отъезжает, смотри. Это мне не нравится, штука, уберите ее, он мне голову дает. Ну, надо двигать по размеру. И два стула купили, по 90 евро стул. Ой! Все, я буду загорать. Там другой вариант еще был такой, под ноги подставлялось там что-то. Мама уже стала расстилать. Ладно, буду ей помогать. Эй, ты разворачивай, смотри. Я уже помогаю. Не надо валяться. Потом будет.
Тебе понравилось? Ты ж круто говоришь. С ногтями. Тимоха! Тимоха, жирная картоха. Тебе понравилось? С ногтями. Тебе понравилось? Классный материал, да? Ногтями, смотри, порвёшь. Да всё нормально. Улыбается. Всё нормально. Нормас такой у меня, а? Жиром два. Ну все, давайте раздевайся. Все, давай, давай делай. Уходи. Давай, иди сюда. Иди сюда. Потом будешь валяться. Да вот так, просто двор не выйдет. Иди сюда. Ты порежешь мне лапу. Он хочет там. Ну, а я не хочу, чтобы он там лежал. Вытирай. Жирный. Нельзя. Все, тихо. Радость больше, чем у нас. Катя, Вероника, вытяни. Вот, давай, тяни быстрее. Тима, нельзя ботинок. Еще тяните под машину. Под машину тяните. Так тут колесо. Первый день кемпинга. Мы на кемпинге так называемом собачьем. У нас тут сетка по периметру, в отличие от других, идет. Все тут вокруг с собаками. Абсолютно все. Вот. И мы на... Зато у нас тут выход к морю, я так понимаю, я еще не был там на море. Еще не ходили. Только что в кемпинг-магазин мы сходили. Вот. И сейчас покажу, как мы тут разложились. Раскладушку я взял из дома. И вот так у нас получилось все. Тут уже комары есть, прилетели вечером, комары уже. А мы не взяли такую специальную штуку, которая мух, комаров не пускает. И я еще не открыл еще наши велосипеды. Нам еще три велосипеда наших нужно открыть. Кемпинг большой, будем ездить на велосипедах. Электричество, вода тут совсем рядом. Так что лей сколько хочешь. Нужно посмотреть еще где душ и аквапарк. Тут все покажу, потом сделаю обзор. Всем привет. Только что приехали. Ездили на великах 12 километров. Там такая коса есть. И 12 километров до отправления паромов. Таких кораблики небольшие такие на Венецию. Всего полчаса. Билет 10 евро туда и обратно для взрослого. Все покажу, расскажу, объясню. Приехали на великах, мы с женой ездили. Попался в информации очень интересная девушка. По-моему, 5 или 6 языков знает. Сама она из Молдавии. Вот, все по-русски нам объяснила, рассказала. Есть билеты за 15 евро, есть частные такие небольшие кораблики. С собакой можно. Частные за 10, государственные за 15. Вот. И частные, которые за 10 евро, последний идет из Венеции в 6 часов вечера. А государственные идут до 12 часов ночи. Каждые полчаса. Вот, так что выбор большой. На, в принципе, на любых языках там говорят, поймут. Ну, в основном, конечно, на английском общаемся. Мы на великах ездили. Заездили, заехали в магазин, затарились. Сейчас будем кушать. Иди сюда, обойди, обойди. Молодец. Вы его уже перекормили, он уже столько наелся. Нет, он картошку тут свою закапывал. Картошечко. Ворует картошку, пока они отвернутся, он у них картошку таскает. Сейчас буду гриль делать, купили мясо. Будем делать борщ. Да. Жарко очень. И будем отдыхать. Ну вот, сейчас будем кушать. А Вероничка гулять с Тимкой собирается. Наконец-то оделась, а то жарко ей. В купальнике загорает. Мне еще жарко, хватит.
Жарко платье. Жарко платье. Не взял я сюда на двери такую сетку специальную. У меня была здесь сетка раньше. Давайте. Я ее снял. И... Так что, не надо? Вот наша мяско жарится. Очень удобный гриль. У меня обзор по нему есть. Переходите на канал, смотрите. На газе очень удобно. Ребрышки взяли в маринаде. И цена была приятная в маркете. 10 евро. В других магазинах смотрел, мясо начинается там в супермаркете, в большом городе мы были. Мясо начиналось где-то вот 17 евро килограмм. Ну и дальше. Средняя цена 20 евриков где-то было, это я про Италию говорю. Вот в Австрии тоже мясо дорогое. Так что, а здесь взяли 10 евро, плюс-минус там, ну 10 евро скажем, в маринаде взяли. Так что все нормально. Все открыто у нас здесь. Салатик у них на столе. Вот быт наш такой. Супчик варится. Ну вот, друзья, если вы смотрите вечером, может быть, мы кушаем. Вы тоже идите к холодильнику. Мы сделали мясо себе. Поели суп. А, ну что, я пустую тарелку показываю. Ну, как есть. Вот, так что сделали мяско. Димка ходит, ищет мясо. Шашлычок. Красивая музыка. Все хорошо. И лето. Вероника загорает. Мне в футболке жарко. Так что за 20 градусов у нас. Хорошая музыка, красивая. И мы в Италии. За Тимохой надо смотреть, отвернешься, он сразу что-то кушает. А если я буду кушать швайнешницель? Итак, мы покушали, идем в аквапарк. Мне кажется, это не вход. Это вход? Это выход. Надо на улицу. Ну, круто! Вероника-то улыбается. Куда идти-то? Давай, грустяк. Куда идти только? Мама довольна, идет, улыбается. А Вероника больше всех. Вероника, уже красные плечи такие. Да. Загорела. А сгорели, мне уже. У тебя крестики сзади. Крестики-нолики сегодня будем играть. Мне больно уже, мне уже здесь бассейн. Ну, тот бассейн закрытый. Надо место найти, папа. Просто ну, будем смотреть, что открыто, горки закрыты еще пока, не сезон. Нет, там купаются. Тот бассейн открыт. Пойдем вначале посмотрим. Так, ботинки надо снять. Тут просто на песке, я так понимаю, надо останавливаться, да? Но это детский, совсем маленький. Папа, это детский. Да, маме с Вероникой сюда. Дочка, чтобы ты не утонула. Открытые горки, открытые. Вон, тут катают парни. Нормально. Пойдем, место найдем. Горки открыты. Но нам как раз здесь. Я боюсь плавать. Да пошли ты. Вон. Нет, я боюсь. Туда, туда пойдем. Я буду вот в этом. Сейчас мы с Вероникой на горочках прокатимся. Там закрыто, куда спрашивать. Часть горок закрыта пока. Часть горок открыта.
Еще не все открылось. Но люди вовсю купаются, некоторые в море купаются. И это бассейн для бакланов. Ау! Для бакланов? Ну да, вон там бакланы жирные. На песочке, да, но я на песочке что-то не хочу сидеть. Ну, а больше не надо сидеть. Осторожнее. Я посмотреть, что здесь есть. Но тут кафе. Да, там дальше кафе. Там кафе и лунопарк. Кафе и лунопарк, да, хорошо. Мы все гуляем, ищем место себе. Я его нашел, где-то там будем. Ага, это бассейн с волнами. Девчонка лезет на мячик. Там лежаки вон свободные, там лежаки свободные. Мамуля приехала. Ой. Рассказывай ощущения. Мурашки были? Я первый раз, я вначале испугалась, думала, все. Рассказывай ощущения. Прикольно. Ну, рассказывай. Ну, просто круто и все. Мурашки. Я вначале испугалась. Я улетела как будто так, просто вот так. Я вначале испугалась. Думала, лягу, ничего делать не буду. Потом увидела свет и нормально. Че, мама, пара, рассказывай. У меня реснички попадали, мне кажется, в свет. Мама берет матрас теперь. А мы еще раз на коричневом. На матрасе не страшно. Не, ну коричневый это круто. Вот, мам. Теплая? Теплая. О, прям нанимать. Ай, мелко, ай. Ой. У тебя коленка прокрала себе, мелко. Нет. Пойдем. Ну, Хрюндель сейчас накупается. Мне интересно, ну. Потрогай.
так не снять. А там, на дорожке снимем. Какая-то тепленькая. Правильно, Тимка, едь на горке там, катайся. Тапки здесь оставлю. Ну, Тимоха сейчас накупается. Я тоже хочу потрогать. Можно прям холодно. Ты куда? Диме? Мама. Диме? Куда? Куда? Все, пойдем. Дима. Дима. Дима, побежали. Море. Северное, ядовитое. О, пусть сожрет медузу. Нету прям кулатрыги такой. Медуза. Тима, лови медузу! Ай! Мои брюки! Он на вкус только, чуть-чуть. Ну поплыви, посмотрим. На тебя медузы нападут или нет? Хочу я боюсь от этих. Пошли на этот самый, на мол, на этот. Смотрите, какая раковина смешная. Здесь медузы здоровые. Она мертвая? Не знаю. Потрогай, мертвая или нет. Ой, там еще одна, еще две. А там много вон на берегу. Тимофу. Фу. Тимофу. Это живая, видишь у ней? Это живая. Я не противный. Смотри, что он там не съел. Тимофу. Это живая. Почему противные? А это маленькая. Это небольшая. Итак, это сейчас я снимаю от этого мола, от дальнего мола до этого мола. Это Dog Beach, этот собачий пляж. Здесь можно с собаками до этого мола. Вообще тянется здесь вот 4 мола есть, вот этих. Короче, он тянется на километр или на 2. Идут кофики здесь. Этот кофик тоже там можно заказать. Прохладительные всякие напитки, какую-то пиццу, гамбургеры и все остальное. Это идет док-кемпинг, все, до этого мола. Дальше с этого мола и там дальше это вот ресторан там вдалеке. Ну, не знаю, как это, GoPro-шка моя, она оттуда так не возьмет далеко. И далеко-далеко-далеко туда дальше идет. Это все, пляж этот как бы принадлежит вот этому Union кемпингу этому. Lido Union кемпинг. Вот, так что места здесь действительно очень много. Некоторые уже купаются. Ну вот, пошел наш последний день отпуска. И хотел посмотреть, сколько километров мы проехали до этого запланированного места. Вот. Итак, у меня получилось такое расстояние. Сейчас показывает 493. Это третий круг. Значит, один круг 1000 километров. Мы проехали. Это третий круг. Два круга это 2000. 493. Ну вот, 2500 километров.
до сюда, это и Сталина. Так что вот так вот как-то у нас получилось. 2500 километров. Сегодня еще отдыхаем, а завтра снимаемся с места. И назад 2500. Но ехать, я бы не сказал, что тяжело. Дороги нормальные. И ехать нормально. А сегодня еще отдыхаем. Ну вот, сегодня я за шеф-повара. У меня Катюшка с Вероничкой уехали куда-то фотографироваться и по магазинам. Вчера по магазинам, сегодня по магазинам. Ну ничего, отпуск есть отпуск, чтобы деньги тратить. А я сегодня за шеф-повара. А, вот приготовил тут инструмент. Вероничка приедет. Звонок ей купил. Поставлю ей звонок, такой как советский. Сейчас я искал такие. Просто пальцем поворачиваешь, а другие европейские мне не нравятся. Ой-ой-ой, пригорает у меня тут мяско. Если женщин нету, что делают мужчины? Мужчины нашли способ, что делать. Так, я тут все достал, все вытащил. Видите, я поставил водичку на газ, что-то много, полкастрюли поставил. И я поставлю, поискал в холодильнике, еды не нашел. Но нашел фри-картошку и пельмени. Как вы думаете, что я буду делать? Пельмени. Фрикартошку там как-то жарить надо, там туда-сюда. А пельмени надо просто бросить в воду. Вот. Поэтому все у нас нормально. Отдыхаем. Мой велик они оставили, взяли два своих велика и укатили. Ну вот пожарил я гриль, сделал пельмени. Пожарил гриль, мои так еще и не приехали. Но я им здесь такой термос специальный положил. Будет все тепленькое, и там сосиски еще. Так что кто не успел, тот опоздал. Мне мясо, а им сосиски. Вот, так что вот быт такой у караванеров. Ходим, ищем, какое спа выбрать. Здесь три спа. Есть. Мы были в одном, который за 6 евро, но там мало места, платный. Бесплатный тоже сейчас работает, не хотим, мы уже там были. И другое место, одно место бесплатное, второе место 6 евро 2 часа, и третье место спа 12 евро 2 часа. О, вот оно, вышли. Здесь лягушки квакают. Здесь красивое место. Там на крыше бассейны будут. А, на крыше бассейны? На крыше бассейны, да. Круто. А вот здесь жирные жабы плавают. А где? Жирные. Они ночью. Они вечером, знаешь, как квакают. А, тихо.
только что квакала. Они громко квакают. А я слышала, мы с мамой вечером тоже ехали, тоже квакали. Было красиво, вы нападите. Класс. Релакс. Интересно, вода холодная, да, попробуем? Прыгнем в нее, посмотрим. А давай тут бесплатно искупаемся. Холодненькая. Ой, мальки плавают там. Вода холодная, но это, видимо, круто. Давайте бесплатно тут занырнем. Смотри, какое дерево круглое. Ага, прикольно. Детки тоже такие. Деревья очень у них классные. Здесь это круги плавают по кругу эти, прикольные. Я вечером смотрел. Это все вот сюда относится. А вон открыто. А раз открыто, можно. Он до 5 часов бесплатный. Нет, это совсем нет, другой. Это другой. Ну, пойдем посмотрим. Вот, а, спа вот на он. Крыше, вот смотри, вот спа на крыше. Еще такой, вот круги плавают по кругу. Во-во-во-во. Вот они где-то, вон они пошли там, пошли. Да, грибок. 10 до 5, вот написано. Надо, там ресепшн, вон Марина, ресторан. Да, вот это, о, тут большой бассейн такой, еще один. Сейчас 3 часа, как раз на, мы успеем. Ну пойдемте оформляться. А вон там был спа, я бил на спа. Ну вот сюда мы и пойдем. Вот. Класс, давай, пошли. Заходите. Вильнюс спа. Hello. Hello. Видео, no problem. Окей, thank you. Итак, мы в спа на 3 человек, 36 евро счет.